Сейчас 6:43, мы немного запозднились, потому что мы встали в 5. Мы идем на Ангарбрун, что восходить, короче, будет. Правило этого утра: если ты не позавтракал, ты не идешь наверх. Поэтому практически никто не стал завтракать. Поэтому у нас всего лишь четверо. Птица, Саша готовит к запуску свою 5-килограммовую хрень. А вот мы встали пораньше специально в 5 утра, чтобы насладиться прекрасным видом, который открывается нам с этой чудесной вершины. Ну как бы вот так. Полетал на вертолете, молодец. А теперь иди один. Спонсор нашего перекуса и питьевого перерыва — источник Филинчукрак. С листьями всегда вкусно. И мы пришли. Смотрите, какой классный вид. Сплошная панорама. А где она должна? Боря, там просто сама романтика сейчас. Что? Я не вижу горничную. Что это у меня за Wi-Fi? Йота, что ли, продолжает? Хера себе в натуре. Ну, короче говоря, Майка руководство походом не дает, конечно, права на такое поведение. Ну, видимо, ему похер. Мы находимся в лесу, и вот здесь вот есть дерево. Оно здесь не просто так, оно здесь растет, потому что ему здесь позволяет атмосфера расти. У него есть ветки, деревья, и, что немаловажно, корневая система. У него есть кора. Без этой коры оно бы не смогло защищаться от внешней среды. Самое важное, корни не растут сверху, они только снизу. Так устроено дерево. Мы колбасой смазали, так что рюкзак. Дурака валяем. Сняли это? Сняли. Покуха. Смазка за колбасой. Ну, да. Я снимал сейчас на камеру, угорал просто за кадром, стоял, меня так сдерживал смех, потому что думаешь, такой серьезный, так все говорит, серьезно, типа что. Серьезный мол... обзор. Да, да, да. И мы будем использовать для этого колбасу, потому что какого-то масла подсолнечного у нас просто нету. Поэтому я сейчас вот здесь вот все густо. И она постепенно приработается. И будет такая жирная, засаленная, она должна меньше скрипеть. Во сколько встали? Я не знаю, у меня часов нету. Ну скажи, что вы ушли вообще в 8. Не, мы ушли где-то без 27. А-а-а. Что, друзья, у нас сегодня на обед борщ. Каша из топора нам предоставила борщ. Вот как он выглядит в сухом виде. Потому что мы засыпаем его просто в воду, причем даже не в горячую воду, а прямо в такую холодную. Это все дело должно готовиться примерно 35-40 минут. Также в упаковке есть томатная паста, которая по вкусу засыпается уже в конце. Мы дополнительно добавим туда еще немножко лука дополнительного. В общем, лука добавим еще и добавим еще чеснока, потому что у нас есть много лука и много чеснока. Банка, кстати, прикольная. Я бы такую на самом деле себе оставил.
Некоторые люди для облегчения веса специально отклеивают наклейки с упаковок с едой. Можно это сделать. Короче говоря, банки, в которых у нас находится еда от каши из топора, они приготовлены, ну как бы, можно использовать, да, приготовлены с любовью. И можно их кидать в костер, они какие-то более экологичные, чем обычные пластиковые банки. И поэтому они полностью расплавятся, чтобы в лесу не оставался мусор, чтобы с собой их не тащить обратно. Вот. Стандартное советско-постсоветское средство. Бальзам. Звездочка. Ой, готов идти. Глаза, да, пошло? Да, пошло, пошло. Ребятки забились звездочками, и мы вышли наконец-то. Мы вышли из лагеря. Время 2:30. Бля, че за хуйня? Здравствуйте, можно? Мы еду пришли чай забрать, которую оставляли у вас. Мы здесь оставляли еду. Вот. Мы здесь оставляли еду. Ну, Саша. Мы оставляли здесь еду. Теперь мы достали часть еды из нее и забираем с собой. Здесь у нас есть общий день. Общий день, завтрак, ужин и 2 обеда на нас, на всех. Весы мы сейчас будем взвешивать, правильно? Чтобы все было, да, по справедливости. Чтобы никто не вот, так что, Олеся, пора готовиться таскать нормальный рюкзак наконец-то. О, там еще много часто. Мы еще придем. Через 4 дня. Мы, знаете, как жрем сколько? Мы перешли дорогу, чтобы пойти дальше на тропу. Идут мусор. Денис, не хватает тебя с твоим шитпекингом. Ты взял мусор? Ну вот, они проходят мимо, как будто бы вообще даже мы не одна группа. Давайте, валите. Валите, вы 5 минут позарили. Че, приуныли-то? Никто ничего не снимает, не говорит. Че, как тебе, Наташ? Не, нормально, на самом деле, по сравнению с первым днем. Первый день, помнишь, я чуть вообще не расплакалась, мне было так фигово. Я ж тебе говорю, ты потом мужиком станешь. Ну, стало. Ну вот, все, я есть впереди. Стальные яйца и броня 2 пальца. Я пошла. Включи Бориса, давай. Будь ежевикой. На самом деле, сейчас вот мы все это говорим, а когда мы шли, была просто тишина и только стук палок. И все. Да, подъем был такой, что-то. Все шли, молчали. Разговоров. Ну идите, я хотя бы по пару секунд. Я не знаю, почему у меня прерывается запись. У тебя память кончилась, да? Да нет, у меня куча памяти там уж. Что, видео снимать? Срочно бежать, бегом. Какая красотища открывается отсюда. Вид. Вид. Мне носорог. Люди перестали ездить на лошадях. Им, ну, некому таскать за них жрачку. Поэтому они придумали рюкзаки, чтобы можно было надевать их, Олеся, на спину. Олеся включила режим училки. Она умеет, что написано рекламный ролик. И переносить тяжести вместо вас, чтобы вы могли ходить по поляне и попрошайничать у туристов. Че, как вы, все отдохнули? Подожди, тут видишь лошади. На самом деле, да, можно двигаться уже дальше, да, чтобы да. Прийти, когда ну, еще... Ты вот хочешь зачем меня сожрать, что ли, а? Чувак? Это же нарушение традиции, еще не стемнело. Твои идеи. Сейчас вот хочется ездить. Одноглазый кот. А, ребята, мне реально страшно, вы бы знали. Я отойду, пожалуй, все-таки. Да ладно. Я даже оставлю эти самые... Я хочу, чтобы они отошли от меня подальше. Отойдите, пожалуйста, отсюда, ребята. Вот этот человек вас боится. Вы же чувствуете это, да? И вы поэтому к нему подходите. Потому что вам важно показать свое доминирование, что он ничтожество, а вы кони. Олеся, я прошу, чтобы отошли, а не то, чтобы меня унизило здесь, пожалуйста. По кого ездили, как рыбы? Дим, давай ближе. Отвали. Это не серьезно. Буду же губы дрожать. Все, Олеся. Иди, у него губы дрожат, я не знаю, что это значит. Он сейчас пернет в тебя. Сейчас сам себя отсосет, мне кажется. Мне не нравится. Впечатления очень крутые. Мы прошли вот, вот, я не знаю, вон там вот все, вот мы где-то шли вот по той дороге, короче, вот так вот виляли сюда наверх.
Потрясающий просто вид, причем куда ни глянешь, в какую сторону не посмотришь, везде очень круто. Ты падаешь с ног от усталости. Реально, очень устали. И палки, палки просто рулят вообще. Если не палки, мы не знаю, мы бы на карачках сюда взбирались, наверное. У меня были несколько моментов в первый день, когда мне было прям фигово было. А сейчас я прям кайфую, когда я иду. И палки действительно рулят как на спуске, так и на подъеме. Ой. Ты замучился или не очень? Да не, нормально. Нормально? Я не буду. А что ты даешь? Конфетка, ура. Наш руководитель сегодня говорил нам 3 раза, что все, мы сейчас придем. Он нам говорил это, когда мы были, наверное, где моя рука? Вот за той горой. Потом он говорил нам вон там. Потом еще где-то там на спуске. И как бы я очень устала. Я вспомнила вообще о том, что не только вот эти люди там, ну вот за исключением Жени, да, они не были в походах. Я же тоже там не была, я тоже так долго не ходила под рюкзаком, и у меня болит колено, и плечи, и живот. Я за контраст между Димой и Олесей сейчас. Дима просто, я как на лифте приехал. Чесать пятки, это восхитительно, это бесценно. Чешите пятки, давай, друзья. Там 50 мои. Метров пройти и будет. Я уже слышал. Мне кажется, ты опять и врешь. Там озеро. Там озеро? Блин, что жестко, вообще не знаю, такая вода. Вообще жестко. Жестко. Ну что, я еще поснимаю. Я просто хотела сказать людям, чтобы они не пользовались чистящими средствами, а можно мыть посуду в природных условиях, сдирая жир и так далее. Либо песком, либо мхом. Очень хорошо удаляет жир. Комментарий. Анодированную посуду нельзя тереть песком, а то слезет анодированная. Ну, в общем, я имею в виду, если есть такая возможность, то лучше использовать. Вот эту посуду нельзя тереть песком. Ты ведь не трешь ее песком? Это нет, не трет. Если бы трёл, я бы сказал. А, точно. Не я не тру. Давайте называть это ноу-хау сразу. Берешь ножницы. Делаешь аккуратное отверстие в боковом шве спального мешка. Вот, спальный мешок должен быть правильный, у него должна быть двойная такая молния, чтобы снизу открывалось, чтобы еще в нижнем шве не пришлось делать еще одно отверстие. Вот. А слева должна быть, ну точнее на стороне молнии должна быть липучка или пуговица, чтобы можно было вот здесь просто открыть и не делать уже третье по счету отверстие. Дальше внизу на спальнике должны быть петельки, за которые вот это вот днище, ты подвязываешь к верхним шнурочкам, чтобы оно не болталось и не говнякалось. Вот. Собираешь это все на плечах, или я уже проверял, на голове тоже нормально собирается, ну там регулируется независимо шнурочки. Получается такое прям пончо теплое, не знаю, как это назвать. Дропальник. Давай назовем это разрез.